Спасибо. Уверенная победа, хорошее действие команды на протяжении всего матча касательно атакующих действий, оборонительных действий. Это подтверждает итоговый счет. 4 мяча забили, не пропустили, что очень важно. Поэтому в целом, я думаю, что не вызывает сомнений победа сегодня. Понимаем, что готовясь к матчу, что «Шахтер» в непростом турнирном положении, что команде также нужны очки. Единственное, что команды решают различные цели. Разные задачи сейчас стоят вот перед командами. Но, тем не менее, мы понимали, что команда с победными традициями, что здесь просто не будет. Ну и при своих болельщиках «Шахтер» всегда, да, старается проявить себя и улучшить свое турнирное положение. Поэтому в этом отношении настраивались на матч и говорили ребятам о том, что, ребят, матч будет непростой. Тем более есть мастеровитые футболисты, безусловно. Вот поэтому в этом отношении команда отлично сработала. Я очень доволен отношением ребят и проявленным мастерством на футбольном поле на протяжении всего матча. Хорошо сложилась ситуация, когда мы стали делать замены, да, и где-то вынужденные замены были, но тем не менее рисунок игры у нас сохранялся, и мы держали под контролем игру. Мяч контролировали и, наверное, не дали сопернику никаким образом вернуться в игру. И еще раз говорю, это тоже вызывает уважение, то, что ребята не ослабили хватку, а до финального свистка держали игру под контролем.